В результате четко спланированных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Краснодара. Молодой человек подозревается в совершении разбойных нападений на офисы двух микрофинансовых организаций. Одно из заявлений о совершенном преступлении поступило в отдел полиции Пиева. 7 ноября в полицию позвонил представитель центра микрофинансирования и сообщил, что в помещение ворвался неизвестный и, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства. Сумма причиненного материального ущерба организации превышает 105 тысяч рублей. Спустя 10 дней аналогичное сообщение поступило из офиса микрозаймов, расположенного в Советском районе города. По обоим фактам в отделах полиции Пиева и Азино-2 были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сотрудники отделения по раскрытию грабежей и разбоев уголовного розыска управления МВД России по городу Казани совместно с коллегами из отделов полиции, на территории которых произошли преступления, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к совершению преступления причастен один и тот же человек. Совпадали не только описания его внешности потерпевшими, но и характер совершения преступных действий. Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его на одной из улиц города. 22-летний житель Краснодара свою вину признал полностью. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый арестован и содержится в одном из следственных изоляторов города.